Кристалл мой, давай. Не, боты тебе не остались. Я ж родить. Я тебе дал кристалл, блядь. Ну, да, блядь, я второй хочу. Да с... Давай, соедини их, не плачь. Ребят, суманите Бентли тут еще. Ну ладно, Кунка, хуй с ним, блядь. Чтоб сгладить вину, на тебе еще вот так. Да. Блядь, я тебе сейчас... Все, я Бьорн напишу, короче. Флэш шепнуть Бьорн. Вождь, принимай в ряды. Че ты меня тычешь своими регами за распыл? Алло, дядя. На, вот забирай их и плащ, скрафти обратно из них. Так не могу скрафтить. Ну а на тебе, он, я не знаю, блядь. Да бля. О, на трансмог. Ты ему всю хуйню уже сунул, там что есть, да? Он все, весь инвентарь пихнул. Блять. Персональная, да? Тут на СПД Кирилл или... Соброд? Соброд не нужен. Хилан тут. Ну я, короче, банки переедать не буду, блядь. Что раздам. На силу хавку тоже не буду переедать, да? Погнали трафистить. Тут уже почищено. Фонарега только шумануть надо. А, только я шуману. А, я сейчас приду. Я редди закупал для твоего, своего Т9. Кстати, где он? Подойти. Это 9 прямо около входа в ВВК, чувак. Прям самый знаю. Крайний моб. Мне печенька нужна для... Бля, нормально, мне ОД надо, нормально. Два раза с Джераксуса, два раза с Анума, ОД. Хорош. Займись, трэш, нет. Идеально. А весь трэш почищен? Да. Точно, даже ворота пробовали. Я с другой стороны прибежал, блядь, того. А, ну ладно. Как так получилось вообще? Я ебу нахуй, будь попроще. Почту поставил сзади, кому надо. Кто раздает АП? Он дает. Блять, Денгомастер, да. Денгомастер, блять, уже туба надо разделить. У вас обоих кружки нету, нахуй. Смысла, блять. У вас в один рейд загонять. Подходите за СПД к Полену. Пойдешь в воскресенье, Дангермастер. Жур пыл уж. Так там же воля есть. Да какая разница, блядь, сейчас бистринь две нороги, это воля нахуй и кружка, блядь. Это два бистринки. Как и для РДД, да. Нахуй. Ну как для лока, вот сейчас вот, например. ТБЛ, блядь, и долгонок, нахуй. Чего у меня ни одного, ни второго нету, нахуй. А что, с Толгорода слабее? Или там тренинг будет. Да. Сравнить с долгоногом, это было слабее. Ты уже. А ливать можно спать? Ты пойдешь в инс, короче, кабан дура торону. Что ты спрашиваешь? Кружку полта. С этим Анумом, мы там по 10 тысяч раз туда ходили. Еще плюс ВС мне по одному плюсу, пожалуйста, замена на магии груль конкретно. Реально, блядь. Ну. Так, север печеньку потыкаешь, мулинраж, крестик, мои трусы будут. Да. Там Гринмастер, наверное, не вышел. А, блядь, я его кикнул. Поставьте ему портал в Долоран. Прими пать. Долоран портал ему тыкните. Май. Чё там она еще раз говорила? Замену опять ей плюсовать или чё? За мать игру, да. Ну кто не попадает в магию Гроу? Ща будет. Ари... Так, короче, Войд на трэше будешь танчить. Этот... Теперь он Друсуман. Арислин, Дермич и Фонарий босса. Дермич первый начинаешь. Фонарий второй, Арислин третий. Так, по кубам еще раз повторяю. Север печенька, Малинраж крест, я трусы, Швепс, ромбик и Бентли полмесяца. Он дрожжи фласки?
Это что Кридерс, за... Кридерс Велема. А? Только все это столько сны сбивать или кубы? Это кубы. Швепс. Что? АП-фласка... Давай я АП тоже раздам, короче. Ну, я раздаю тоже печенье. АП. А, раздаешь АП? СПД, урамба. Уже все взяли, брат. Давайте речь, уже 10 часов, блядь. Давайте за час, нахуй, побыстрее. А, нет. Хуйню, блядь, и все. Наоборот. Нахуй. Заходим внутрь. А вы тут трэш, а уешите или точечно бьете? Сначала уешим, потом когда 2-3 чаротворца остаются, то точечно. Понятно. Точечно уешим. Поехали. Залили говна. Блять, когда-нибудь настанет не день, когда локу починят нахуй ты 4 ВОЕ, блять. Я надеюсь. Сейчас его. Не, ну может с реворком начнет работать. Что еще там починить? Ну, блять, не скидывается шлейф от огненного ливня, блять. Из этого приходится нахуй кастить, блять, спепеление либо хаусболт, нахуй, чтобы обновить жертвенный огонь, блять. На всех мобах напрягает очень сильно, а должно с огненного ливня, блять, шлейф скидываться, нахуй бесит, блять. Можно вообще одну кнопку нажимать, блять, что-то сложно. Да какой нахуй недавно, блять, уже месяца два эта залупа ебаная, блять. Задрите моба, вы здесь не хочешь умирать. Так, чужетворцы в точечном въебали нахуй, быстро убили. Че там, звезду надо добить. Это 600 тысяч хуйня. И ромбик. Ромб сам дохуя хп. Ну, 4 убили. Хила идем, кстати. Да, да. Нахуя тут хилить нечего. Окей, окей, окей. Можно было бы 3 сделать, в принципе. На груля то же самое, только на королей, в принципе, там прохим. Все, заебись. Забирай на себя этот трэш, танки не исходности. Берите голема с вара, он урон получает. Я даем, пахай. Ауру на огонь поставьте. Уберите лед. Слушайте, уходим. А скверно это, блядь, урон от природы, по-моему, где-то нет огня. А тьма, по идее. Не, по-моему, или природа. Урон скверны, который нет. Скверны, это с огонь и природы. Нет, тоже. Нет, ну, это отдельная школа, которая не резистится никак. Не, ну, если есть же сопроты на все, нет, прям подряд, не он на должен все. Резиститься. На свет. На свет нет. Не, на все, на свет нет, туда тоже. И есть такое понятие, как магия скверны, например, еще слепец будет. Волк, а там... если ты помнишь, тоже не резистится. Пиздец, ты вспомнил, ебать, нахуй. Ну, это пример, где еще магия скверны есть. А что он там скверну? Ты про луч имеешь в виду или что? Ну, у него вся магия скверны почти. А, вся, блядь? Да. Руны, руны. Такой ты босс. Про Гера зарежем или обычку, я не помню. Про Гера, да, про Гера. Разве руны лучат, это скверно идет нахуй, клеймо, да, вот это да, все? Да, 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 ну никак не дожится вот. Вообще. Понял, кубы прожали. Я, блядь, ну только не неуязвимостью. Прожали кубы баба. Быстрее. Рома, блядь, нажми, нажал. Нахуй. Луна че? Луна, я блядь, алё, Бентли, нахуй. Я нажал. Даю, он не жмется вообще не прыгал, сейчас только нажался. Это я нажал, потому что... Нет, видишь, там не добавились. Я нажал. Да нет, ты к ним тоже, тоже добавил. Я же... Подводи, Арислин, к бешеному.
По песам дали вы твой первый книжки здесь. А, блядь, забыл сказать. Этот, Юката, ты ферряешь гитариста. Даешь гнев небес. Ой, гнев небес, блядь. Изгнание зла. Изгнание зла, да. Который метку буду ставить. Бегу, бегу. Войт стан. Юката, гнев небес. Все, босса, поехали дальше. Приготовились к бою скоро. Не нажимать пока, можете подойти просто в ту сторону. Опять бес, отлично. Кубы прожали. Но... Опять, да, он отпустил опять луну, я нажму. Полумесяц, блядь, еще Бентли. Все, нахуй. Хуёво ты нажимаешь, делает. Да все, забей. У всех все нормально, у тебя что-то там, блядь, не то, нахуй. Просто нажать один раз на куб, блядь, и не отпускать, нахуй, пока я не скажу. Все, блядь. Один клик, нахуй. Блядь, у Реслин ревность, дремище не слак. Фонарик, или кто сейчас забирает? Фонарик. Не, как только заберешь, беса, бесу сразу подводишь. Угу. Бес сам. Этот, Black Dark понажимаешь полумесяц. Вместо Бэнк. Далее уе. Реносный. Ну вы, блядь, там таунтите как-то нормально. Есть пробитие. Дай войт, дай войт. Гнев небес. Юката, гнев небес. Этот, север, да, СС по Арислин. Мулинраж по фонарю, быстрее. Прямо сейчас это сделайте. Я подермичу закину сейчас. Гитаристы пошли. Кубы прожали. Прожали кубы быстрее. Все, отлично, отпускаем. Ондра, грипп и звезду. Яката, ферей. По звезде играемся. Да, и сакру войд. Отлушат этих, блядь. От волн отходи, блядь, пристально не лови, блядь. Швепс. Грипп и следующего, дермич. Блядь, ну ты грипп, ну, конечно. Гений, блять. Ну когда? Арислин, дай сокру. По звезде играйте. Аккуратно от волн только отходить. Мельки пошли к звезде. Я не буду, наверное, на звезду тратить, а следующего гриппа. Вот последнюю моба добиваем от этого звезды быстрее. Потом по боссу поехал. Прохил, прохил, фонарь прохил. Все, все, мелики босса, бейте, отойдите оттуда. Я могу подгрипать одному, не надо. Не надо. Войд, похеряешь главную звезду. Все, печеньки, печеньку все быстрее. Печеньку. Войд, бабл нажми. Ну КД, блядь, прожиматься. Прожми, блядь. Эти петухи идут, короче. Йоката, без метки, ферей моба. Стан дайте ему. Йоката, без метки моба, убили все, свичмились быстрее. Дармич из баун дай. Звезду ферей, войд. Ага. Свичнулись, блядь, все нахуй, блядь, без метки моба, быстрее, блядь. Потом по звезде. Юката, это, блядь, войд звезду, ферей пока, да. Все, по звезде поехали. Глю, дай сокру. Этот, пристально, дай гимном оно. Волк, поставь тотем. Ебать, я сейчас взорвал нахуй. Больно, блядь. Проебался немножко. Пиздец, фонарь, ты как булочка, нахуй, не знаю, блядь. Зато какая сладкая. Я бы твою булочку помогал. Пожалуйста. Тебя реально ебёт, пиздец, там остается каждый раз копейка. Не пробивай, бай. Топ-1 танк Джастов. Да. Это достижение так сразу называется, без смертей пройти, типа. Не умирающий, либо бессмертный. Бессмертный. Да, во. Да,
Ну, у него оба дизвания есть. Он в соло их сделал тогда. Дань бессмертия. Дань бессмертия, по-моему. Кого, блядь, бессмертный либо неумирающий? Десятки неумирающие, в 25-ке бессмертный. Наоборот же. Нет. Нет, все правильно я сказал. А, я думал, вы про ИВК. Ну, а если в соло проходить, то просто фонарега будет звание. Армить. Я так могу сделать. Серьезно. Я, кстати, хотел в Накс ходить, блять, по ачивам на чумного этого порта дракона. За десятку делать или 25? Я бы за бесплатно проще сходил, на самом деле. Надо как-то, блять, выбраться. Там нахуй. Таксики. Ну и чё, блять, там. Нет сложно так. Не, ну есть там босс, похожий на Синдруи, может ты там умрешь. Не, мне кажется, на Тадиусе будут умирать люди. Да, Тадиус. Какие нахуй Тадиус, блядь? Я, ну, те, кто, блядь, тупые, нахуй, я вольтов не хочу брать, нахуй. Я лучше возьму людей, там, которые захотят реально сделать ачиву и получить дракошу. Да, дракон насрать, главное звание. Я помню, чебыряк уёбок, блядь, заруинил, нахуй. Было такое, кстати, да, было. А что там было? Я вспомнил, нахуй. Давайте мы долго бьем. Да ты, и как интересно еще. А как, напомните? Там, где типа босс, он несколько луж подряд кидает, и там, где стоишь на платформе, вот он там не смог убежать, блять, от лужи. Она реально стихла. Почему я устал думать? Кнопки тыкать тоже. Каждый раз это какое-то испытание, блять. Просто мучение, нахуй. Испытание крестоносца. Фонари специально, типа. Чтобы не ослаблялись. Да, реально. Зазнались? Да, нуб реально быстрее умирает, чем эта хуйта. У нее в 3 раза меньше хп. Блять, ну не в 3 раза. Там перефазы есть. Ну подожди, как бы, не. Мы почти его убили, Эдуард. Подождите немного еще. Я устал тыкать кнопки, блядь. У меня пальчик отвалится сейчас. Я хули хоть... Ну, дракона можете ролить, мешок тоже. Конечно, можем. Посох, ебать! Не, хули приступ вообще. Не, посох. Мешочек тоже ролим? Конечно. Да, да, мешок, да, сумку дракон ролит. Андрей, вы к десятку ходили? И кисти, ебать, каташмок. Второй раз дракош это вижу. Но он уже давно, ему несколько лет. 4-6. Опа, изи мешок, ну. Еще я дракона вырыли. Да две яшмы сейчас выпадет. Ебать, я, блядь, заванговал, нахуй. Ну ты всегда говоришь две яшмы, когда деды должны были упасть. Когда так, не, это вот я, короче, на X4 открывал 5 раз мешок. Из них мне 4 раза две яшмы падало. Один раз зефирит. 99 ролл. Где мой дракон, да? А, нет, все. Все, нет. Понял. Здесь 15 минут, босс. Ну, блин, а, сейчас 3,5 часа будем этих убить, да? Королей. Ну, сейчас королей быстро убьем, да. Милики надамажат. Знаешь, вебси, до сих пор на почте нет этих сердолей, блядь. О, боже, блядь. Есть у кого-нибудь? А, там мы же с трэшем пуляли, там нету отдельного. Блин, кадите хпс, типа, по детейлсу именно, пожалуйста, то у меня только рекаунт есть. У меня детейлс, вот, держи. Зачем? Кирилл. Я хули плюс вообще на магике не садится и спокойно хилит. Вообще не, хули плюс топ, да. Еще заебись. Почему у вас разная эта хуйня? Типа, я не понял. А по магику можешь кто-нибудь относить? Ты на первом месте, бро. Да? Угу. Нет, именно по Мактеридону сейчас. Вы на первом месте, он я смотрел. Ага. Я линканул. Да. Кинь свою развертку, приз, пожалуйста. Честь тебе, как ты на арго скорпидов ебанул. А, сори, сейчас я закину. Сейчас мод получишь. Вон, уже кинули. Стоп, развертка это как? Вот ты меня уже сломал одним словом.
А чё, Конг уже ебать оделся? Это вообще пиздец. Ебать, у него там шмотки бисовые. Ещё перчи сейчас мои забрать хочет. Это вот вообще пиздец. Конг быстро очень оделся, красава. Да, типа, я за... у меня за месяц бисовый чар. Хоть и вар, ебать, сколько конкуренции у него, зато залутался пиздец быстро. Так там, да там мы его убили, блядь. Просто повезло, ты 4 забрать, типа, ну, сразу две штуки на армию. Убили Кунку, нахуй, этого фонаря, блядь. Не, это фонарь еще. Конкуренция это УРДД. Почему меня никто не одел, нахуй? За все время ни одной шмотки не был. Ты с лаздем, блядь, обосранным мальчик. Бьерн, козел, ебучий лут мне не наколдовал. 180 приора, нахуй, я ливаю с гильдии, блядь. Все, теперь это, конечно, попадет в руки Бьерну. Я готов ему лично это сказать. Потом в ЛС, вождь, верни, плиз. Вождь. Скажите, как... Разведку свою линкануть. Я вообще без понятия. Там типа такая кричалка должна быть, понял? А какая кричалка? Матюгальник такой. Детейлся. Нужно на себя, и там матюгальник маленький. А что за хуйня подземелье заполнено? Что это за параша, блядь? А это тебе нельзя. Нихуя себе, кем заполненный, блядь? А там Феникс 10 слотов занимает. Там Феникс большой просто, да. Жирный, ебать. Где там матюгальник? А что за хуйня не должно быть заполнено? Тыкаю на себя сравнение аур заклинания. Ну, там маленький, ищи на этих... На сверху там, сбоку. Бля, походу сейчас опять ребут будет. Нет, исцеление постоянно мне пишет. Всё. Опять на оно барака идем. Можешь стрим просто подрубить, типа, я и думаю, показать разор. Показать, что... Я ну, подруби, пожалуйста, раз, интересно очень. Подземелье заполнено, кто-то сражается конкретно. Наши КД спиздили. Там, кажется, идет бой. Не-не, там пишет, если больно, а там стрим проще вырубить. Ререйт надо. Хуй с губой. Да, пересобирать рейт. Может, только мы Анома убили, и подземелье больше нас не будет пускать. Они два обиделись. Раза. Ну да. Не, ну по-другому пишет. Давай сюда сумони. Поставь северышко. Блять, да, три типа, осколка. Рекаунт не считает обновление Т4, слово щит. Т4 тоже не считает. Кстати, можно начать попробовать. Можно репасть. Подожди, фонарь. Выйди спать, да. Ну? Делайте рейд другой. Идем вдвоем, попробуем зайти. Давай. Сейчас, подожди, я. Гер. Сиг, застрим, я залез, там пошел. Гера. А, у нас работает, да. Все. Надо репатить делать. Наверное, из-за того, что мы Ануба убили, она там... Давайте, я вам дам. Присоните в гейли. Что помню. Там такое? Репати надо делать, подземелье сломалось. Здесь, север, идем, выйдем? Хорошо, тут нельзя дуэлиться. Уже кто-то пати начал давать. Я. Ой, как почувствовался, я что-то круто. А сейчас все нормально, у меня просто интернет отключился на пару секунд. Так, половина левый фоноплюсует. Естов, не идешь. О, World of Warcraft, открывайся, ну ё-моё. Кунка, тебе задание, вот тебе раскидывай пати, нахуй. Хилов отдельно, блядь, ридаров, нахуй, по пати. Чё, всё? И орка нам, не забудь, орка. Ой, блядь, ассиста с ван дам. Кирилл, а как вы убиваете этого лока? Вы собак заливаете? Нет. Ну, лока? Нет. С косноязом? А чё я не в рейде? Я просто вылетел на секунду. Все нормально. Все получается. Тут оно подкатился, говорят. Не надо. А что, изи, блядь? Не, если бы оно подкатился, еще раз бы пошли, нахуй. Конечно, блядь. Можно мне волка? Он что, этот, что ли, нахуй? Из этих? Из воргенов? Не, магика нахуй я бы не бил второй раз, пизду нахуй эту хуйню, иман. Ох, а я бы королей похуячил. Кунка по-братски меня в третью пать. Я хилов пытаюсь найти. Волк еще. Шаманы. Шаманы волк. Бля, волк. Всё, 4 хила хватит, пускай хилят на. Так, в третью там хотел этот. Короче. Я просто переключил интернет, мой домашний начал шалить. О, давай я купала, блядь. Нет.
Мобильный хороший интернет у меня лучше, чем работа домашний. Намного. Кто у нас Эридар? Танков же дохуя. Ну кто-то. О, Йоката. Слышишь, что, давай в хэпало ебану? Будет изи. Не, все нормально будет. Домашний шалит, мобильный не шалит. Слышишь, Швепс тоже ДЦ. Ну Швепс, Швепс на пятую пачку пихнул. А теперь Фиеста с Волком меняй местами и нормально. Так кого? Фиеста. Да нормально все уже, блядь, ничего менять не надо, нахуй. А че я это вообще делал? Ну, Волка вообще в Миликина закидывает. Потому что ты начал упасть себе. Да. Блядь, 2%. Давайте сутумонимся, поехали. Перестань, блядь, проснись и пони, нахуй. Я пытаюсь быстрее, пожалуйста, и тучи тех королей, бить лучше. Поехали. Бентли первый кас сбиваешь, звезде, Критер второй. Так, те, кто с первой печеньки, Журба второй. По звезде первый играйте. Это что, три танка же будет, да? Да. Бля, у нас только два диспелла или там маги тоже будут диспелить? Маги будут диспелить. Так. А, ну тогда нормально, окей, тут только я и Рсан, типа. Хотел, а еще, сова вроде, или это кот? Я котик. Ну три мага. Кто даст больше всех декурсов, нахуй, сотку на химии. Все, я не бью. В смысле, а за прошлый раз мне дашь? Нет, за это только. Блядь. Ну все, нахуй. Холи палпате, я буду только декурсить. Все будут декурсить, блядь. Я на коте тоже сам буду делать. Все, я прожил, я ожил. Все, извините. Не это прощаю такое. Пружите обновление. Диспальнуть бой. Не, пуржит, короче, я сейчас скажу, кто. Три мага. Ну и хилы можете. Ну, который этот. Эдик, все, больше никому пуржит, нет. Вам два, вам четыре. Бля, запотеть, что ли? За соточку. Так что, мне в ретрике или в хэпале чилить? В ретрике пойдешь. Фонари в танке, дремищ в танке. По соотношению... Хотя не, Войд, ты в танке, блядь, оставайся, реслим в ЗД. В фонари, Войд и дремищ будет танчить. Эдик, по соотношению с вкладом, это 2500 голды, как-то, если не ошибаюсь. Про что? Понимаешь? Ты про что говоришь? Соточка и по фришных. Да ща моя будет, смотри. Ну это 2500 голды. Хуя ща. По-любому моя, значит. Ты там смотрел, вообще-то ЕП за вклады повысили. А, ну этого я не знал, сколько? Ну вот, будешь знать. ДС, ну а сколько, можно сказать, что не смотрел это, не искал в Дискорде? Ну было 400, стало 600. А, значит меньше, Эдик, видишь, как тут, блядь. По-моему, есть масло на исходе. Кризис? Вся хуйня ценит. Да, я никогда ничего не вкладывал и не собираюсь. Да, если не вкладывай. Есть извечка, либо... Каждого вроде банка. Не должны были еще банки у вас кончиться. Надо, какой камень тебе нужен? Я пришел, ну, то есть, как на замене был. Так, короче, какой нахуй маг, блядь? Он в перевале, в Коржане. А, ну он квест, наверное, сдавал. Дармич, ты как обычно, крош, если по глазу. Фонарега гоу. Короля и киглера заберешь. Куда? Вон там вот ямочка есть, прямо в печеньке. Угу. Понял. Остальной рейд стоит в печеньке. Этот Void череп забираешь. Танчишь его где обычно. Гермич, у нас ЧП есть. Совы нет. И я КС покинаю. Он отменил что ли? Шкаф не поднялся. Огонь там, какой-то ретрик возьмите. Вы шкаф поставите?
Пиздец, блядь. Рыбу хавайте, фубов полетели, поехали. Ну давайте быстрее, ребят. Резче, резче, резче. Надо еще у него потом нас удалить. Причина поломов. Никто сейчас не бьет, не вливается без команды. Я не скажу, когда можно будет бить. Только если он откроется, то в него сразу остальные ждем. Отчет даю. Только с пульте нормально под экватным. И не бейте пока вообще, еще раз повторяю. Я дам анонс, когда можно будет бить. О, окей, полому поехали, забери стамак, Геру, дайте фулл ДПС полому. Все полому играют. Приход и хуёт и жмите. Забери его. Там. Зачем рога уешь? Бей в этот волну. Волну, не марси, мне похуй на самак. Волну, волну. Тут и пояс. Стопнули он. Так, слепоглаза. Можно бить РДД пачку, если кто там повезти на беги, стонкил. Что дальше и дальше уходишь в фонарь? Ты, блядь, фонари не туда поставил, куда надо, блядь. Очень далеко стоишь, блядь. Да уже меня стой там, откидывает. Похуй. Ты, блядь, ямку будешь остать не можешь. Стопни слепоглаза, не бейте. Сюда? Хуй, блять, слепоглаза забери нахуй, не бейте его. А чё никто не открылся, что за хуйня, блять? Ну вроде сейчас... 2 секунды. Да какой нахуй 9 секунд должен был уже открыться, блять? Пиздец. Что, поменяли, может? Что-то фонарь намутил, наверное, блять, что отвёл фонарь. И не намерен. А, да, если король далеко, они не открываются, я помню эту хрень. Сделать фонарь, ты руинишь, нахуй. Это в джастах так делали. Да, в джастах. Да, кстати, это можно обузить, типа, понял, ты заводишь его так, чтобы он нескольких видел, он будет их выбирать. Ага. Вещи, которых тебе нужно. Подведи Олма сюда, в печеньку. А Олма открылся. По Олму поехали. Олма убили быстрее, собак забили. Ну, они просто на этом... Будто скользят куда-то. Сейчас сразу до курса посмотрю, что там. Нет. Схильнуло нахуй. Так, чё, давай я короля возьму, где он? О, Акума, блядь, 51 нахуй. Папа, блядь. Ёбаный фонарь, блядь, умирает все время. Работай. Дайте я наставлю на фонарь. Сучара, блядская. Ну ты петух, блядь, не отводи так далеко. Кроша, поехали, РДД. Ого, сука. Бомбу выносим в среднюю. Глю, дай мне частицу.
Дермич, твой измаунт будет, и Войд нажмешь сокру. КД у меня кто-то другой. Ой, сейчас на бомбочке не кручу. Тогда не нажимай, похуй. Ауру огня, займите ауру огня. Нажмите ман огонь, Дермич измаун. Просил. Все, стопнули, кроши, не бьем. Стопнули. Минус 3 балла. Дальше кроши мне. Отдай огонь. Кто там давал, забери я реслин или кто там. Блять, пристену нахуй лагон, блять. Стамилики чилит на. В 3 хила хилите, так что прохиливайте. Он вылетел, что ли? Воет сакра есть? Да, есть. Больше сакру давай. Винер можешь дать, чтобы откат пошел какой-нибудь? Пока не надо. Жди. Сейчас прохиливать будешь. Давай я сакру. Эма на огонь жми. Прохил. Сейвы свои жмите. Ба, блять, киллер открылся. Пошли все по киллеру, велики тоже. Дай этот швепс гимноману, волк поставь тотем. Фуловая мана, просто фуловая. Кана дай иннер по оглю. Да почему я всегда шип, ёбаный ты, сука, уёбок, нахуй. А бок он не снимается? Нет. Он там просто категории нет. Может, не, ну, может это физический шип. Только диваном да. Снимается, по-моему. Диваном все снимается. Бьём еще нахуй. Все, теперь стоп. Опять киллер открылся, киллера бьем, хуярим его нахуй. Ой, минус Бентли нахуй. Да, и Кан ему Бэр. Я фиксирую. Эдик... Частицу. Не, Эдик, дай Бэр по колесу. Блять, милики, отходите от этой хуйни. Блять, сорвалась игрок, забери нахуй, быстрее, блять, хуярим по всему. Хуя в С нахуй, блядь, все агро сорвали, блядь, там нажимай вовремя, не, нахуй. Я в С. Агро сбрасывает, если... дезориентация. Два раза. Накуливайте на фонаре максимально, блядь. У меня агро нормально, это меня в овцу кинуло два раза подряд. Тебя не может в овцу кинуть, если ты первый по агру. Блядь, ну я ж танчил эту хуйню с открытия, блядь, все время нахуй задыкать. Я чё, не былины буду рассказывать? Я серьёзно. Бля, да не отвлекайтесь просто, играй, кнопки жмите, блядь, и все. Добить. На чили на расслабоне. Если показывать. А натурина. На чили на расслабоне. А чё, Бентли два раза он режет? Да, слабый. Не бафнули его никто на стамину. Фонарега, блять. Два раза нахуй запулжил. Обосрался. Нет, это в овцу меня кинул, я серьезно. Стикер, блядь, там кидает в овцу, если ты 100% агро держишь. У меня... У меня да там агро много было. Фонарь, ну-ка ебани каплю на дермича. На каплю на дермича. Кстати, Настя, надо, короче, с приста сгинуть, скинуть эту, блядь, гина. Я... Надо мне рефракнуться, знаешь, сделать. Блять, андедов занерфили, блять. Хуё вообще, блядь. Стопнули слепоглазом. А, дальше бьём слепоглазом. Забери слепоглаза. Кто там, блядь, танчил? Фонарега, блядь. Эмиль этот... Это отведи эту хуйню. Куда? Ну, блядь, вон где лог стоял, например. Забери слепоглаза, отведи. Кунка, иди бей. Слепоглазый. Подальше отведи, чтоб его крошем ебнул. Кектус, иди тоже бей. Я реслин, иди бей. Все, отвел.
А, Mortal даю, он только по 6000 хилится, а не по 12к. Не скана, блядь. Сука. Кана, виноват. Да, мне кажется, надо дать минус за это, блядь. Он типа сглазил из-за этого опять на да. него. Да. Слепоглазил, блядь. Ой, блядь. У меня этот есть. Кому дать хилер? Давай мне. Блять, зачем вообще эти долбоёбы сделали столько хп эти королям? Ну вот нахуя вот это было переделывать? Ну чтоб попиздеть, не отобьёт. Да, блять, полчаса нахуй. Особенно как только они появились нахуй, как только их открыли, там же их не рфанули на 20 или сколько, 18%? Потом хп. Я говорю, мне инер готов дать в глю. Давай, что ты спрашиваешь, или шаману, или глю, типа? Так, сейчас, короче, 10 секунд открыть. Там два гимнажа на ману еще есть. Не, нет. Поехали, кросс. Кирилл, ты клуберса взял гильду? А он передумал там что-то. А, да? Ой, бля, бомбочку сорвал. По-любому из-за того, что да, я... Да я ж его знаю, тот же секс-тума клубер. Ебать непостоянный. Он там, короче, получается, этот, что-то он там, по, как, короче, как он мне сказал, типа, поконфликтовал с этим гемом, там, этот фонов или что. Потом они вроде что-то нашли общий язык, и в итоге он решил остаться. Ну, правильно, он не дамажит. А что за хуйня? Чё? Дай ЕМН огонь, эсбаунд, сокру, дай войд. Да. Этот... Я... Ну, хуй знает, он нормальный чел, типа... Понимающий. Конечно, конечно нормальный. В принципе, я не знаю, ну, челов, которые не знают свой класс, имеющий тайтл гладиатора на циркуле. Я помню, он все время... Отбежали милики, сейчас хекс будет. Я помню, он все тебе. Я помню, он, короче, все ДЦ ретрик этого паладина защищал, нахуй. Я его, блядь, хуесосил в солоке, нахуй, помню. Мне там жопа снова сгорела. А он его защищал, нахуй. Сука, бомжары ебаные. Это какой-то Кен. Бейл будем давать? Да, блять, просто этот, просто мне, блять, врубал этот ДЦ ретрик тем, нахуй, он, короче, какую-то хуйню пишет. Я глад, нахуй, я там, короче, это, я R1, нахуй, говорю, блять, слышишь, чел, нахуй, тебе, блять, просто провагонили, нахуй. Ну да, там так было. Давайте, Геру, ты реально, ну, типа, по факту, блять, нулевой, нахуй, вообще. Не, ну, типа, может... нулевой, ну, обычный средний паладин. В двойке у тебя еще какое-то понимание, там что-то позицион какой, какая есть там и так далее. Ну ты, милики, отошли. Кунка, Кектус и Арислин Бейть. Этот. Там получается, в чем проблема? Чел, блять, ну... Частицы. Ну, чел не понимает, короче, дохуя всяких нюансов хулипала. Это типа не тот, как какой-нибудь там, я не знаю, Рамдесу там, блять... Кого еще там из нормальных хулипанов? Ну, Ксирекс, твое ебище, нахуй. Шатабдюк, там, не знаю. Помнишь, хулипала, сын? Не, сын, сын, это пиздец. Ой, это вообще пиздец. Это топ улетел. Я помню, блядь, только, короче, сезон закончился, ну, начался, но, блядь, вот этот сын, блядь, в начале, нахуй, сезона. Бля, на нем адаптер, наверное, играл. На нем адаптер же играл. Нет. Ну, там точно он играл, да, потом, и мы разные промежутки говорим. Он потом играл. Милики, отойди сейчас, фаербол будет, потом и будете бить. Он играл, но не в то время, когда, короче, его там немножко... Ну, в общем, всегда он был уебище. Еще там один паладин был, какой-то тупой нахуй. Турун, да, блядь, как там у него ник был, блядь? Thunderblade, наверное.
Хуй знает, не помню нахуй. Трунду что-то там такое, блядь. Трика нахуй, блядь, экс, гладиатор хуй. А, нахуй, я понял, понял. Бурст, у него еще да. Бурст был в нике. Что-то какой-то ну, может бурст, быть, короче. Может быть, нахуй. Сука, да, клоун, да, да. Блядь. А как же это трой? Пиздец. Его, кстати, тоже адаптер вагонил на варе. Ну, адаптера варму? Ну, на X2, да. Ну, ему давали поиграть. А как же Рой? Рой тоже тупой. А как же Функа? Ну, это вообще тупой. Не, Рой, ну, не... Обижали милики. Рой еще куда не шел. Ну, типа, конечно, да, у него там гир, брюлей, хуй знает сколько, типа, и так далее. Но Руи у него там позиционный. Не, Руи хорошо играет. Он типа, хорошо ну, нажимает. Он не топ, но хорошо играет, да. Ну, у него поведение ужасное, как помню. Да но я мы... понял, Пристена, хорошо, добрый, блядь. Ничего страшного. Мы его недавно даже простили и взяли в конфу солоковскую. Все, да. А как же это было долго, это просто пиздец. Кирилл, у меня есть пруф, что на мне был хекс. И он да, в 10. Да все, все, похуй, забей, побежали. Скипы, 15 нахуй, минут, блять, боя. Хильте танк. Ты просто не понимаешь, когда с тебя гроз срывает, он не на тебе и дает тебе хекс. Чего? На мне был хекс, и у меня агро просто сбросилось. Я, не... я был как бы первый, но оно перескочило на второго, все. От лица РЛ говорю, вот, что о, очень, очень мне еще запомнился нахуй хант, помню, с X2. А, нахуй, это травка. Да. Сука, чучело ебаное. Да, вот это знатное уебище. Тут такой же, кстати, есть чел, вот, блядь. Сейчас скажу, как его зовут, блядь. Вот просто такой же. Может быть, да, это даже он. Блять, вот Лена Беркова тут какой-то ёбнутый был, и еще какой-то чел. Ну не он. Да тут хантов нету нормальных, там только получается зомбак. Не ну зомбак, да, кресты, ну, я так этот же хитрый клан, это Боустрик. Ну, я знаю, кто он. И все, остальные там, блять, какие-то... Ну, слушай, два это уже много. Для хантов. Как его нахуй? Кто не знает игнорщицу? Не-а. Паладин это тут, а, тут рок. Типа вообще пиздец просто. С разбойниками. Ну роги тут есть, да. Нет, нет тут разбойников. Не, ну чё там были? Там этот был, как о. Его? Андусик. Анда, да, ну и расчёт окончен. Этот был... Как его, блядь? А, Damage King, ладно. Ну, Damage King это сирусовский чел, это не циркульский. Нет, он циркульский, просто на циркуле он не такой. Блять, как его нахуй я забыл, сука, блять. Что? А, да, этот, сука, через свой петух. Оставьте шкаф, чего вы тянете? А, я в соло помню очень. Ну, он что-то, кстати, забил нахуй. Давно ну да, он, не... он... Да, я так понимаю, с ним сирус просто контракт разорвал, или он разорвал, хуй знает. Но он там жестко... За то, что да, эти пороги ну, не дамажили. Сенсори... Так. Не, сенсори это этот, блядь. Кролл, нахуй. Тимур, просто Тимур, кролл. Он рофильный. Он кролл, блядь. Кирилл, ты победи свой лок. Поставь шкаф. Да в смысле единственный, вы охуели, нахуй? Мы север, блядь, вначале не стану. Как РЛ, говорю, фиеста, шкаф. Предлагаю Кунке оформить минус ЕП за такое. Предлагаю, на, можно. Не мешал. Ой, сзади руки закрываешь с правой стороны, фонари по центру руки закрываешь сзади. Мы два розовых накачанных волосатых мужика. Розовый вперед. Так. Отрежь, кстати. Пускай роги бьют. Да, сейчас трэш пойдем бить еще. Суманимся, бафаемся, погнали трэш. Так, север оставишь пета. Синдрица будет подбегать. Все, уже пускай не мать. Не, стоп, вот так вот. Первая, вторая пати будет... А, не, стоп. Вот. Так вот. Первая, вторая пати будет подъебала подбегать. Погнали, трешись.
Ну, трэш... А, крайний? Не, типа, я помню, вот, когда мы еще ШК нахуй начали регать с Ондри, еще на экзамене. Когда у меня еще этот ВХ было там и так далее. Это, по-моему, блядь, а 8 или 9? 9 сезон. ВХ, это же в КС-ке 4. 8 или 9 сезон, я не помню. 9. Тогда, 9. Сука, тогда, тогда веселый ШК был достаточно такой. Ну, это еще живой был сезон. Да. Когда еще нормально регал. Так там... Ну, там, блядь, сколько? R1 было 3600 вроде? Что-то такое. Да, я кажется, помню. А сейчас А12 же вышел, да? Да. Север, да. А там нормальный ВП просто сосет хуй, блядь, у рандомов. Просто, да блядь. Я хуй его знает. 10 сезон я понял, что X2 как PvP-сервер умер. Просто вот 10 сезон это, блядь, просто нахуй все. Это помойка ебаная стала. Ну да, в принципе. 9 еще дожил типа... как-то, а вот 10 уже слабо, пиздец. Меня, блядь, уже начало подгорать жопа от гибрид-паладинов, нахуй, в солоке, когда челики флешкой себе хилят на 18к, нахуй. Просто, сука, ебаной флешкой, нахуй. Там, блядь, это просто пиздец был, нахуй, реально. Да там жопа, нахуй. Да там ШП вроде так же хилились. Да не было такого же придумания. Да я тебе реально говорю, нахуй, мне скидывал этот, блядь... ВЛС нахуй, ну, с этого, блядь. Да такого не может быть. Стой, ну, свет нахуй, небес? 18... Свет небес? 18к флешка, я тебе говорю. Да не может быть такого. Мне скидывал этот, как его, блядь? Ну это пиздёж, он, я не знаю, Paint. Фотошоп. Да невозможно на арене, ты чё? Блядь, как его нахуй Нике забыл, нахуй? Judgment Days? Не, он в Нортах был. Блять, как его ник был, сука, не пай? Ну, у него не было брюлей, вряд ли у него флешка даже близко столько кидывала. Может, и ферст хуй. Не, не помню ника. Забыл. Да. Ну, короче, это хуйня. Там из ретриков, по сути, ж было только этот... Ангелиус, этот... Тушкан. А, ты застал его? Ангелиус пиздатый чувак, он же тоже у нас в гильдии был. Я помню его. Ангелиус, да, вообще вопросов нет. Миша. Один из многих, кто исполняет на розовом. Приятный чувак, он еще по общению. Блять, он тоже нахуй любитель почудить. Я помню, короче, он регал в ДЦ. Блять, то ли Фераль, у него ДЦшник был. У него ДЦ был, да, он ДЦ Ферал с Шред Пауэром, это тут... Точно. ДЦ Ферал он, короче, регал, блять. Потом, короче, чел заходит на ретрика. Я не помню, нашел какого-то ДКшника какого-то и начал, короче, наснайпить просто. Просто снайпить начал. Ну и чего? Я помню, меня также позвали в ВП регать, чтобы какую-то... Потом я, короче, пошел жрать, нахуй, он мне пишет. Хули ты доджишь, сука, нахуй, типа, блядь. Ладно, блядь, даже отвечать не буду. Да, наверное, ров. Да, он ровчит, скорее всего. Да не, это понятно, ну просто, сука, что-то поржался, такой не пиздец. Вот кого я не любил больше всего, это Алиса Лиса. А он еще, сука, максимально... А, блядь, все, вспомнил, он точно, он в солом пошел регать, блядь, все, я вспомнил, в ретри-рок, нахуй. И, блядь, ну это типа прямая контра, нахуй, было ебало вообще. Я вспомнил, нахуй. Да, давайте бить на туре, я уже тоже заебался. Еще 150 лямов, блядь, говорю. Мы сразу все по крестам станем, кому давайте, надо. Я чё даю? Север, оставь пета. А, север оставил пета. Первая, вторая партия под ебало подходит. Справа метеор падает, под метеор не подходим. Стоим там в центре, левее там и так далее. 2-1, пул, поехали. Бля, дермиш танчит? Да. Пизда. Геру, давай. Дабл раунд пошел. Шаманы, блядь, Геру нахуй. Подъебало. Они ему карсы медлили, что ли? Нет. Что-то, ну, долгий показал. Руки закрыли быстрее. Бентли вон справа закрой. Угу. Подъебало. Бля, на самом деле я после нордов пришел, все так приятно с вами играть, это вообще пиздец. Там такие тупые, нахуй. Они собак все заливали, кстати, на локи. Мы да, тоже это делали. Печку. Руки закрыли.
Это точно делали бы это? И локка они за 3 открытия убивали, а не за 2. Тоже за 3 убивали на прошлом КД. Ну мы... А, ну может быть хоть... Ну, в зависимости от рейда север. В зависимости от рейда, ну разве... А еще они ставили 5 танков, нахуй. Держали их по кругу. Не, мы 4 танка ставили, это максимум подъебало бы. Бентли уйди, Бентли уйди, Бентли уйди, Бентли влево. Ху, блять, повезло тебе, нахуй. Вовремя. Куда милики ушли? Тин-тин-тин. Сейчас подъебало. Подлетаете, нахуй. Сао. Сейчас печка будет. Успеем еще один дать или нет? Не, не подходите, подъебало сейчас вообще никто. Не подходите, может. Не подходите. Да, дай зубы подермичу. Зубы, 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 зубы ему быстрее. Да, уже давно. Угу. Все, ждем адски. Руки закрыли. Все, дальше бьем. Да? Блять, найс, руки закрываете, пацаны. В нижней зоне не закрыли. У меня добав был, я не закрыл. Блять. А кто ну, на такую сосит, просто интересно. Шаман встань. Шаман встань. Дай масрез. Только отойди подальше. Человек, который только что пришел оттуда. На этом КД. Так а кто это? Север Морес. Север Морес. Год, брат. X. Север сглазил. Ты лучше у Берна поинтересуйся, как он ко мне относится. Ну. Да не, просто вообще там типа адекватные челы, типа, в основном. Ну, я не знаю, это неправда. Это не знаю, какая-то хуйня, по-моему. Так их никто не хуесосит. Я говорю конкретно про людей. Только что в чате. Я говорю в целом про рейд, я не говорю про конкретных людей. Да ладно. Бей. Просто кончи. Тебя там воспитали, взрастили, а ты просто пиздец. Мы этих людей из той гильдии знаем еще уже пару лет, секс-2 еще. Да понятно. И хуесосим многих из них конкретно за прошлую хуйню, а не за нынешнюю. Не, ну, сейчас мы с ними никак не связаны и вообще поебать, кто это. Скажу от себя потом... чисто, я не считаю типа Берна нормальным человеком. Я считаю его просто клоуном. А не он ёбнутый. Ну нет, там Ранду нормальный чувак. Типа Берн я хуй знаю. Типа он вообще не постоянный какой-то. Берн это еще нельзя. Я просто сужу по X2. Ну я не хочу рассказывать ситуацию, что там было и так далее. Но человек конкретно клоун. И пиздобол. Вот эти два фактора, которые его хорошо... Ну, которые не должны быть у лидера гильдии. Давай еще так уточним. А что он сделал? Что он такое сделал? Это секрет. Это секрет, да. Забейте, ну нахуя там говно выливать? Там длинная история слишком. Да не, ну по факту то гильдия не такая конченая, то есть по конченней, типа они же не позиционируют себя как топ-1, правильно? Не, мы себя тоже как топ-1 не позиционируем. Ну типа. Такая. Ну, ты просто говоришь от лица этой гильдии. Ты просто не слышал, что говорят в той гильдии про эту гильдию, чтобы как бы ну что-то говорить про меня. Там в нордах тоже все хуесосят всех из туморов. И всем похуй. Но, там по большому хуесосят чисто за счет меня. 100%. Ну да, там все ебать. Феникс хуесос, нахуй кидало, блять, он гандон, нихуя не водит. О, вообще мусор ебаный. Там все, ну типа реально, я по факту говорю, тебя все там хуесосят. Ну ладно, ну не все, но большинство. Север, мне так похуй, честно говоря. Вот реально всегда было. Ну, типа, еще с X2, типа, реально похуй было. И на них, и на всю эту хуйню. Я никогда ничего не говорил про них, типа, ну, там, на показ и так далее. Поэтому мне как-то поебать. Там какой-то на X2 фальшивый Феникс, типа, который 0-2-3 у него гильда. Типа, ну, тоже просто Феникс. У него. Там, наверное, Феникс Лайт какой-то, нет? Ну, Феникс хуй, я бы сказал. Феникс хуй. А наш то Феникс, Феникс сосок. Ну, Феникс сосок, да. Давай, Серчина, полбавь. Север уже мопед оставил, вижу, окей. Все, поехали, а чё, дым? Сок пью, икс. 3, 2, 1. Геру, давай. Сначала, как было. Мак, да я тут соло позакрываю, ты можешь соло закрывать все руки? Всегда, то я съебусь.
Единственное, что тебе, короче, нужно знать, Швебс, там есть люди в той гильдии, которые... Уйти! Блять. Ну вы нахуй... А что оставалось делать? Прохил. Адский. Отошли, ушли. Я на ботинках выбежал. Умер за... Блять, подъебало. Ладно, я подойду. А из-за чего это происходит? Ты можешь объяснить? Да потому что они подошли все нахуй, дебилы, блять. Эдик, дай БР по Блэкдарку. Сирисли по Ондре быстрее. Вы заебали, клоуны, нахуй. Подъебало. Заебись, нахуй. Ой, блядь. Сирисли, подъебало подходишь. И... Подожди, подойдите еще плюс один кто-нибудь. Нормально. Больно, да, пиздец, больно. Все нормально. Совсем еще умер, блядь. Ну вы клоуны, я не знаю. Ну, блядь, милики, вам минусануть 7 для профилактики или что? Если вы долбоебы, нахуй, стали в крест и стоите, нахуй, ждете команды, когда вам выбежит, нахуй. Если вы не умеете бегать, блядь. Ну, блядь. Или вам, нахуй, в прикол, блядь, вайпать, нахуй, рейд, блядь. Уебки, нахуй. Ой, а как же ты умер? Зачем ты вообще там стоишь, если там соло закрываю, блядь, горюжу? Просто нахуя? Ой, блядь, даблрон. Ушлись подъебало, сейчас адский будет. Ушли. Сразу потом подъебало, ошеломляющий. Прохил. Блядь, еще миб сдох, нахуй. Ой, блядь. А стом еще охуесос еще бить и бить. Подъебало. Почему приста бафа нету? Лапки нету. Я лапку давал. У меня кулака нету. Вижу лапки нахуй. Кулака на ДК тоже. По ДК. Ни лапки, ни кулака, ни ДК. Вот лапка появилась, кулак появился, стамина появилась. Я уже 10 раз видал. Руку выполнить. Дабл урон 3 секунды. Дабл урон. Подъебал. Сколько игроков перед ебалом нужно ставить? 10. После ошеломляющего сразу печь лутай максимально быстро. Дермич сейчас прохил. Сейчас будешь зубы по нему ловить? Ушли все с подъебал. Зубы давай по Дермичу. Зубы. Да не подходит никто. Куда вы подходите, блядь? Я же сказал не подходить. Вот теперь подходите, блядь. Прохил, рейд. Масокруто. Подошли. Блять, 15, так. Поднимал. Печь. Успеет скинуться, нормально. Поднимал. Фу, какой тупорылый босс, это пиздец. Мы еще 150 мультов сделали. Хуй пойми зачем. Это чтобы кружка падала. Это чтобы, блядь, больше времени в инсте проводили люди, подъебал. Ну я просто не понимаю, блядь, почему... Как так получается, что... У магика хп, блядь, больше, чем у, блядь, 4 боссов целка, нахуй, вместе взятых. Это, блядь, нормально, нахуй. Ну, образно. Подъебал. Не, ну целка обычка, магик хм. Сейчас зломан выйдет нахуй, где ты, блядь, зулжи на 100 лямов долбить еще будешь нахуй. Только 10 уровней. Я так тебя знаю. Дермич, сейчас айсбаунд будешь давать. Нажимай айсбаунд. Айсбаунд. Секретный прощен. Люблю. Прохил. Дабл урон пошел. У тебя зубы от КДшились?
Меня Сирус нахуй выкинул сейчас. У меня сейчас интернет не пропадал даже. Почему? Ой, блядь, выкинул? Ладно. Короче, сейчас под ошеломляюще подходим под ебало. Че месси? Ушли, ушли с подъебало, ушли с подъебало. Сейчас будет адски. Ну, адски. Эма на огонь нажми, эма на огонь нажми. Подошли подъебало. Прохил. Этот швепс дай гимнаману. Волк, поставь тут тем. Сейчас, да, после рук. Ага. Да подъебало. Руки смотрите, как закрываете аккуратно. Прохил. Дабл рон пошел. Подъебал. Угу. Ну хочу кружку. Он же огнем бьет, да, типа? Тут от огня? Блять. Адский удар от огня бьет, да. Этот, забери, кстати, ауру на огонь, кто там не давал, Арислин, может, она и нажмешь огонь, ну, ема, когда адский удар будет. Подъебало. Печка. Ушли все за спину. За спину ушли. За спину ушли. Дабл урон пошел, и адский сейчас будет. Эма, жми. Прохил. Подъебало. Быстрее подъебало. Прохил, прохил, прохил. Блять. Сука, не все подошли. Бля. Ну, ребята, ну, конченые на милликах, нахуй. Ну, сколько вам, блядь, 20 было. Минут, нахуй, 20, чтобы подошло или что на? Ну, пиздец, ну, что за трэш, нахуй? Хорошо, нахуй, изменяем тактику, нахуй, для долбоебов, нахуй. Стоите просто в кресте, нахуй. Кто сейчас, я увижу, не зайдет, нахуй, получит, блядь, косарь, нахуй, ЕП, нахуй, минус. Хотя, не, косарь мало, блядь. Сниму пятерик сразу. Еще 20 минут, блядь. Еще раз, нахуй, блядь, слакнешь, нахуй, кикну просто, нахуй. Ну. Заебало, что за хуйня, нахуй? Почему я, нахуй, блядь, должен подходить, нахуй, в милизону, блядь, к вам, нахуй, подъебало, из-за этого умирать, нахуй? Потому что вы, дебилы, не можете подойти, нахуй, вовремя. Там появляются руки, блядь. С этих рук надо выходить, нахуй. Они вас замедляют, если что, нахуй. Если вы до сих пор не доперли, нахуй. Когда в милизоне появляются руки. Их закрывают другие люди, которые не подъебало постоянно. Шкаф тыкните. Да, я тоже просто в лицо бью, хотя я кот, поебать. Оп. Две секунды рыба повесится. На исходной стали. Папку дал? А чё даю? С правой стороны уходим сразу налево. 3, 2, 1, пул. Геру. Подъебало. Руки закрыли. Речь. Подъебал. Подъебал. Вечка.
Руки закрыли речь. Дабл урон пошел. Метеор справа. В милизоне закройте, у кота КД быстрее, быстрее. Я закрою. Я его умер. Я закрыл. Подъебало. Сейчас печь будет. Бать, уебало. Пристально зубы сможешь дать? Ушли все с подъебало. Ушли все с подъебало. Пристально зубы. Сейчас скажу когда. Давай зубы, зубы подремищу. Угу. Ждем. Эма на огонь нажми. Все, повернулись под ебало. Подъебало. Что-то 14 таргетов дохуя. Волк или кто там лишний, блядь. А там откуда-то 3 было, не знаю. 2 пика. На 11, ладно, пойдет. Руки закрыли. Печь. Угу. Дабл урон 2 секунды. Дабл урон пошел. Подъебал. Подъебалом. Дергай печку сразу. 5 секунд. Будешь айсбаун давать под ошеломляющую. Айсбаун. После ошеломляющего уходим за спину. Нихуя. Ну ёбаный нахуй вы, блять. Волк сам встань. Подъебал. Ушли за спину, ушли за спину, аски будут. Вой, дай сокру. КД еще. Кто-то другой дайте. Какая нахуй КД, блять? Кто ты ее отдавал уже нахуй? Нахуй, вот нахуй вы сейчас эту сокру дали, когда не надо. Подъебало быстрее. Да? Волк, ты, блять, встанешь, нет? У него КД. Блять, Эдик, дай БР по волку, Кана Берни Швепса. Подъебало. Ребафнули Приста и Шамана Рещи, блять, паладины, друиды, лапку там и так далее. Дабл урон, 2 секунды. Руки закрыли быстрее, милизони. Подъебало. Под адский ЕМА на огонь нажмешь. По готовности. Кого-то. Подъебало. Печку потом сразу дергай, 5 секунд. Руки закрыли в милизоне и 2 в РДД. Печка. Угу. И... Да, есть бал, ой, этот, сокру, ой, ой, сокру. Да, да. Ушли с подъебала, ушли, ушли, ЭМА на огонь. Блять, Юката умер. Ладно, я подойду под лицо, похуй. Хотя не, Кана, блять, ты под лицо подходи. Подъебало. Подъебало.
Не дергай печку, у тебя избаунд должен быть. Сейчас будешь на ошеломляющем этот избаунд давать. Глю, дай сокру, Мэс. Руки закрыли быстрее, три варды за зоны. Угу. Понимал. Поднимал. Метеор справа. Печка, 3 секунды. Дергай. Угу. Ушли все с подъебала быстрее. Дай сокру, Войд, быстрее. Ты дай мне еще. Или фонари, фонари, фонари. Сама ногу не жми. Подъебала. Руки. Дерми сейчас баунд жми. Сокра есть, если что. А, КД у тебя еще, окей. Сейчас надо под удар. Да, можешь подойти в реки дать. Давай. Зубы дай по дармищу. На балурон добивайте. Кружка. Ну, упал в натуре. Хорошкунка. И пояс упал, кстати. Пояс хороший. Не благодари, Андрей. Тупо каталут с магика груля. Дайте все. Да я на роге прилетел, Андрей, потом если что заперешь. Пока что я роговый. Ну сразу не пойдешь, типа, тут, я уверен, много кому ничего не надо. Да, можете сейчас и подниму расходить, кому ничего не надо. Кунка, ставь консул лут. Реально. Стоп, всем спасибо, пока. Пока. Давай. Так, еще лут сануб. Санубыш? Угу. Без пуха. Кунка, тебе только за косарь могу на. А блять. Лась мертв. Иди вон, блять, к вождю North Mythology. Это две власти упала, мусорных. Перестань обмен. Фонарь души! Там три штуки, ему одна да. Осталось, я остальные две там возьму. А, там три штуки? Да, там три штуки. Две. А, две? Три вроде было. Вроде три. А, да, три, ладно, три, да, окей. Что? Ну поделите между собой. Да, ну, мне одна надо. Войду все остальные. Войду, давай. Давай обмен. Войду 20, фонарию. 10. Две воина охотника шамана. Ты навара кинул. Навара кинул одну. Да, блять. Кунка, забирай свои регалии. Бисовые, кстати. Без штаны на тебя, Кунка. Ебать. У меня такие есть. Перчатки. Кстати, хорошие. Да, навара неплохие перчатки. Токен. Какой 10, блядь? Вы наивные, пиздец. А чё? За 10 за токен нахуй идет, блядь, в Т5 контенте, на. Че? Охуеть.
О, Кана. Дайте пушку. Бля, что-то, что у тебя там? 58-я, ну. Что я заберу ее. Пушка, ладно. Да лучше коту, что ты фан. У него дома зависит от пухи. Так не, он... Так, блин, кот альт, типа, хант единственный. Собирай. На дис уходил, ладно, хуй с ним. Колесо сними, ему две сотни. Мне Серёг говорил, он на дис уходил каждый КД. Поиск дайте, блядь. А, это не тот поиск, не тот поиск. Ошибочка, ошибочка. Не-не-не, всё, Кана. Кисти. 10к поставил. Вот, кисти. О, это мои перчатки, Кана. Можно, но... Нет, но мне рот, вы не одеты, и все еще. ЛД, блядь, пацаны, кисти продаются, нахуй, 264-е. А мусорные? Какие нахуй мусорные, блядь? Все то же самое, нахуй, ну, только гнезда и цветара. У латников есть, у карточков нету кистей. А там только армсы, наверное, силовые берут. Ну, у латников есть. Андрей должен снимать, нихуя не снимает. Да я за 650 заберу. Андрей, у меня, наверное, шок от кружки. А, он здесь оливнул. Сейчас я его позову. Да не надо тебе нахуй. Сейчас про ЦЛК разрулят, спросим, кто пойдет, кто нет. У меня 4 час ночи, типа, нужно, чтобы кто-то поверлил в эту хуйню, типа. Ну мы на фул не закроем, как бы, за 2 часа там, за час. За 2 часа можно? А нет, отдавай мейнам, я не буду забирать. Пусть забирают все мейны. За 600 он последнюю ставку ставил, да? Все, забирайте. Забирай журб за 600. Что ты ставил? Блядь. Дал бисов пояс. Этот что ты, журб? Перчатки? За сколько? 600. Ну, кектус 550 поставил, а потом журб 600. Там какие-то... Там как бы швеб с ним кектус там воевал, если что. Там не ставил. Жесткий пояс у тебя катал. Да-да. Классно, да? А другой нет альтернативы, следующий пояс. Так, если мейнам никому не надо дермить, то тогда можно. Если надо, тогда нет. А там печеньки ебашит. 3, 2, 1. Бентли обмен. Бис шлем, кунка. Ебать. А у меня такой есть. Еще один будет. Блять, я бы кабу забрал. Какая-то латушка, блядь. Латушка заебись, не бля, на танка медведя нормально же там латушка? Да, хорошо, бери. Давай-то я заберу на танка. И шлем туда же можешь запихать. Что придумал? Пояс. Ты мой плащ распылил? Да. Топор заебись. Да не пояса, блять, а шлем. Ладно. Да на, держи, я потом заберу. Спасибо. У меня 245-й пушки. Да минус 10 забираешь что-то. О, кружка, да. Быстро сдался, 10 подставил, 20, все, блин. Блядь, на кота пояс, на. Пояс, вообще. У Андрея дискон. Подожди, а Андрей будет рулить или нет? Это хорошо.
Бля, бы я 1000 за 3 бы забрал этот пост, на самом деле. Вот. Он говорил про кружку, кружку, и в итоге его нет. Кружку за сотку отдать. За 10, не за сотку. Это за 10. Так а чё, она только на рок? Ну, на фурсдекаю ещё тоже пойдёт. Ну, да. Смотри, зачем она ему нужна? У него есть вой, и вот это одеваешь, и всё. Ну. Кружка, так, а у него, знаешь, сколько токенов на вечное пламя? Минус 100. Ну, а это чьи проблемы? Будь он тут, он бы все распасовал, все объяснил. Проблемы? Альтов? Альтов на котах, а, наверное, проблема. Мне похуй на шмот вообще. Я за проходкой. Все, за 10 ЕП, Феникс. Все. Да забери, блять, пояс, жур, блять, пожалуйста, нахуй. Нажми ебаную кнопку. Да, не, мне зависло все. Сейчас. Все, он не хочет. А, дерьмич вливается. Десерик. Ну и все хитрюги последнюю печеньку рулят. Блять. Не, жур, либо ты фиксишь, нахуй, либо я тебе реально вред брать не буду. Пизду, вот это вот твои вот эти... Через будет нормальный интернет. Вылет и нахуй по КД, блядь. ЕП я уже все равно давал. Синриц. 9... 10к юка, блядь. Давал я.